Здравствуйте, мои дорогие любители воблеров. Я подумал и решил показать вам не только свои руки, но и лицо. Сегодня я бы хотел вам рассказать про один воблер, который является у меня любимчиком. Это Тимофлит 120. Он суспендер и весит 14 грамм. Размер можно понять по названию. Чем же он мне так нравится? Во-первых, звук, который издает этот воблер, значительно отличается от других звуков, которые издают подобные ему другие воблера. А чего же это происходит? Его шумовые камеры наполнены множеством мелких шариков и издают приятный грохочущий звук при проводке. Во-вторых, это его поведение в воде. Я бы описал это словами. Молнии Маквина из мультика «Тачки» порхай как бабочка, жаль как пчела. Несмотря на свой размер и вес, он отзывается даже на слабые подергивания спиннингом. А на среднем твиче летает из стороны в сторону, как молния. К сожалению, на видео мне не удалось показать всей красоты его игры, то в моем текстовом варианте обзора вы найдете другое видео, где его игра будет показана намного лучше. Лично для меня этот воблер является не только любимчиком, но и одним из фаворитов, принесшим в этом сезоне большое количество щуки. Но у моих друзей с этим воблером что-то не сложилось. Их он радует щукой только очень редко. Если честно, то для меня это удивительно, ведь Тимофлит не требует никакой определенной проводки и отлично ловит на классическую проводку из подтяжек пауз. А как у вас? Всем спасибо за внимание, всем пока-пока-пока!